Доброго вечера, мы из Украины. У нас 4 марта 2023 года, весна распутится. Совершенно внезапно меня пригласили на покатухи. В этих местах я уже был, эту дорогу уже один раз проезжал, но на Ниве. Сейчас я попробую сделать то же самое, но на Джимни. Вы видели, какой трындец и какие тут вообще машины? Они с какими-то огромными протекторами. Ну, в общем, посмотрим. Может, я сейчас даже и не сунусь. Мне бы, конечно, очень хотелось бы сравнить Ниву с Джимником, но на Ниве была в L5 суровая зубатка, а здесь у меня обычная всесезонка. Уже начинается веселуха, таскает. И такие бугры нехилые, по которым я чувствую, уже немножко днищем подчерпываю. А так вообще тут люди живут. Да, ребята, это капец какой-то. Грязючки сегодня побули. На задке не едет. До этого он пробовал на заднем заехать. Ну, посмотрим. Я, конечно, туда не сунусь. Там колеи по пояс. Че вы? Обалдеть! Ты поедешь? Да куда мне ехать? Ты шо? У меня к этой грязюке реально ноги прилипают. Когда маршрут слишком скучный для некоторых автомобилей. Просто жесть какая-то. Реки текут.
лес, вот это вот все упирается в гору. Ну он длинный, да, ему проще с прыганием. Я читер. Ну вы видели, видели? Я сделал это, выехал из этой дрясины. Это жесть какая-то. Ноги вязнут. А вот едет стоковый джимник. Проскочил, о, блин. Ну шо, хлопчики и девчатка, я так и засадил джимника, на бугор наехал, и все. И видел же, что бугор непроходной, но съехать я не мог, не позволяет у меня резина перескакивать через колеи. Надеюсь, сейчас меня спасут. Джимничек таки застрял, ну ничего, бывает. Решили джимника подтолкнуть сзади. Уникальный контент. Джимник сейчас будет тянуть застрявшего Форда. Да, но не трава. Она ж не покатится по такой грязи. Ты просто быстро не едь. Я потихоньку еду, ощущение, что я еду на танчике. Напомню, резина у меня АТ-шка.
Ой-ой-ой, опять застрею, не хватает. Клиренса не хватает. Ну что, тащит меня по колее, там, где мне не хватало колес. Ну что, самые сложные участки мы прошли. Я, собственно, везде как-то проехал, как смог. Два раза меня тягали. В общем, сейчас осталось выехать на дорогу. Я бы не сказал, что вот эта дорога – это фигня. Леха говорит, я думаю, выключать полный привод или не выключать. Что я могу сказать, ребята, по итогу? Я доволен. Машина едет больше, мне нравится, чем как едет Нива. Ну, потому что ощущаешь себя человеком в ней. Вот сейчас я выехал из адовой грязюки, еду по трассе вообще как белый человек. Осталось все отмыть. Я посмотрел, как он едет. Конечно, местами не хватает резины, но тут все по штату, как бы. Тут совершенно такая городская машина с возможностью выехать куда-то за грибами и на рыбалку. Меня потягали, я посмотрел, как она едет. В общем, мне все понравилось. Я доволен. Ну что, машина чистая, я ее вымыл. Кстати, подкапотка намного более чистая, чем после езды по такому же бездорожью на Ниве. Как-то здесь все немножко более продумано.